Вот эти кусты рододетрона, друзья, зацвели у нас опять. Вот посмотрите, полюбуйтесь еще одной красотой. Он просто настолько весь усыпан этими цветами, что как ковер, листьев не видно. Вот он такой красавец поближе, видите? Они бывают разноцветные. Сейчас вам еще постараюсь показать других цветов рододендрона. Ну, вот этот такой спокойного цветения. Не настолько насыщенных цветов. Вот там наверху, видите? Это другой цвет, ярко-красный. Но, к сожалению, вот не подойти. Он очень далеко и высоко. Вот еще красавец. Вот этот викторианский парк, гулять не перегулять. И вот, пожалуйста, нашла здесь огромный бассейн. И даже написано, видите, deep water, глубоко. Но что-то он как-то выглядит, конечно, грязненьким таким. Это вот, по-моему, не знаю, даже вообще-то не буду, не берусь сказать, для чего он здесь. Может быть, детей купала Виктория в нем со слугами своими. А здесь чем дальше, тем больше этих рододендронов везде. Я вам камелии уже даже не показываю. Они практически отцвели. Вот звон часов. 5 часов вечера. Это все еще Осборн Хаус виднеется у нас. Видите, я гуляю вокруг. На удивление, запоздалые нарциссы здесь. Такие ветхие, конечно. Ну и вот, пожалуй, последний взгляд на Осборн Хаус. С какой стороны ни посмотри, смотрится он великолепно, конечно, видите. Вот иногда, знаете, смотришь на эту красоту и приходит такая мысль, вот любили же, умели же люди отдыхать, умели же люди жить, умели вот как-то себя окружать такой красотой. А потом вспоминаю, что это все-таки короли, и думаю, ну, в общем-то, как-то, знаете, так и должно быть, наверное, все-таки для царственных особ. Вот последнее вам показываю, 2 разноцветных куста. Вот этот необычный цвет такой, бледно-бледно. Сиреневый. А там еще виднеются красные между ним кусты. И вот там тоже, видите, настолько красиво, друзья. И вот эти такие раскинувшиеся огромные дубы там вдалеке. Фантастика. И вот опять тут получается, конечно, гулять не перегулять. Все это красота вокруг. А вот посмотрите опять, ну это что, вот это как? Это же просто какое-то чудо. Просто чудо. Это вот такой красно-насыщенный цвет. Как красиво. Он такой высокий, видите, я это... На самый верх уже поднимаю камеру свою. Ну и тут же вам вот еще рядышком. О, друзья, просто все хочу закончить, и все никак. Не дает мне эта красота уйти. Вот, надеюсь, что вы тоже очень рады увидеть вот эту всю красоту. Понимаете? Ну вот, наверное, я вам свое видео на этом закончу, друзья. Потому что здесь этой красоты весь парк усыпан. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.